прошлом году Дмитрий Губерниев взял интервью у Алины Загитовой. Беседа получилась весьма напряженной, ведь Губерниев не стал церемониться с именитой чемпионкой и задавал ей неудобные вопросы. Журналист считает, что звезду не стоит часто баловать комплиментами, а такая разрядка, напротив, дарит необходимый телевизионный опыт. Дмитрий отметил, что не стал бы подстраиваться под собеседницу и давать ей поблажки из-за заслуг. Но некомфортно, и что? Взял за гуж, не говори, что не дюж. Она знала, куда пришла. Она огромная молодец, я перед ней поклоняюсь. Она фантастическая красотка, старается. Но вижу, что происходит в эфире. На меня же потом выходили ее представители, спрашивали насчет Светланы Макаровой, легендарного педагога по речи. Мне кажется, что Загитовой в плане ее работы в кадре занимаются мало, но прогресс есть, безусловно, сказал Губерниев.